this, that, these and those. Как отличаются эти четыре указателя и как их правильно использовать? Объясню на примере своих кроссовок. Я Сабинина мама. У Сабинина кроссовка потрелся. Если кроссовок один и он рядом, то это this sneaker. Если кроссовок один и он далеко-далеко, то это that sneaker. Если кроссовок двое, может быть даже и больше, то это these sneakers. Но если они вот здесь, далеко-далеко от меня, стоят однёшеньки, то это those sneakers. Ну и, кстати, забавный факт, я это увидел прямо сейчас. Этот кроссовок был ношен 3 месяца, ни разу не мыт. Вот что значит чистые дороги в Калифорнии. Ну и подпишитесь, если для вас этот материал был полезен.